Итак, добрый день, уважаемые зрители. Если меня слышно, видно, я прошу вас поставить плюс в чат, для того, чтобы я понимал, что есть связь, вы меня слышите. Итак, я жду ваших сообщений. Итак, прошу вас еще раз поставить плюс в чат. Все отлично, вижу, хорошо. Итак, зовут меня Котин Александр. Начинаем наш ежедневный обзор валютного рынка и золота. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. И начнем с того, что у нас запланировано. Семинар рассчитан на 30 минут по времени. Если вдруг какие-то вопросы у вас появятся, пожалуйста, пишите в чат. Итак, начинаем, как обычно, с евро-доллара. Дневной график. На дневном графике нам представляется вот такая вот картина. Здесь развивается второй импульс, и который, как вы видите, усиливается. Это означает, что вполне вероятно, что вот эта разметка правильная. То есть здесь, скорее всего, развивается третья волна в новом нисходящем импульсе. Если мы будем рассматривать то, что происходит внутри этого импульса, нам нужно открыть, примерно взять 8-часовой график. И здесь вот что мы увидим. 118 баров, и это говорит нам о том, что АО усиливается. И означает это только то, что вот максимума примерно 8 августа началось новое нисходящее движение после того, как один импульс в этом движении уже завершился. То есть вероятнее всего эта разметка здесь поменяется и будет 1, 2, 3, 4 и 5. Это один импульс, это будет коррекция, а это второй импульс, который начался от максимума 1 июля. То есть вероятно там первая, вторая, третья волна вот в этом движении. Вот в этом движении. Вот, потому что здесь идет именно усиление. Вот последний импульс не имеет завершения, но в нем назревает коррекция. Давайте его откроем. Опять же, открываем его в нужном масштабе, для того, чтобы от максимума до текущих значений у нас было минимум 140 баров. Вот берем 2 часа, и здесь видим 140 баров, но не видим следующего, не видим переворота через нулевую линию вот после завершения этого импульса. То есть, скорее всего, сейчас назревает в этом импульсе четвертая волна, потому что, скорее всего, вот эта разметка здесь будет не актуальна, а актуальной будет уже немного другая разметка. Сейчас покажу, как она будет выглядеть. Вот. Это ни разу не пятая волна. Получается, что вот новый импульс начался вот отсюда. Вот максимум 8 августа, и в нем расстановка, хотел сказать, сил будет вот такой. 2, соответственно, 3. 4 и 5 здесь еще нет. Она только назревает, потому что это, скорее всего, была первая волна. Вторая, вот отсюда началась третья, в которой 1, 2, 3, 4 и 5. Вот надо вот этот импульс смотреть. 102 бара здесь. Вот это приближение к нулевой линии, есть четвертая волна внутри третьей волны. Но четвертой волны всего импульса здесь еще не было. Поэтому переходим на вот сюда вот, на 30 минут. Даже надо взять 20 минут, потому что на 30-минутном графике баров много. Вчера мы говорили о том, что вполне вероятно еще может быть движение вниз. Вот оно и произошло. И теперь вот от этого максимума, вот до сюда, 123 бара. Вот он переворот через ноль, а вот обновление минимума. Что говорит о том, что в этом импульсе, вот от этого максимума, первая, вторая, это все третья, четвертая и пятая волна. Но мало того, вот это уже первый полноценный импульс вверх. Если вы его откроете вот таким образом в масштабе, то
совершенно точно на двухминутном графике это будет видно очень хорошо. Вот здесь 106 баров, вот он, приближение к нулю, возьмите чуть побольше. Но тут надо 1,5 минуты взять, но у нас такого графика нет. Чисто даже теоретически его построить невозможно будет. Но тем не менее, если взять 1,5 минуты, здесь будет баров побольше, а вот здесь мы увидим пересечение через ноль, что будет говорить о том, что здесь четвертая волна. И вот в этом движении видно три импульса. Вот он, один, второй, третий, четвертый и пятый. То есть вот один импульс, второй импульс, третий импульс. Значит, это импульс полноценный, а вместе они дают 1, 2, 3, 4 и 5. Полноценный пятиволновой импульс вверх. Переходим на 30 минут. И вот смотрите здесь, что может сегодня произойти. Если мы пробиваем максимум этого импульса, что скорее всего наиболее вероятно, то вполне возможно, что мы увидим новое восходящее движение, которое, опять же, если мы вернемся на старший таймфрейм, у нас может подойти прямо вот сюда. Ну, раздвижение было сильное, вот минимум первой волны в этом импульсе. Вот. То есть, если мы говорим, что 1, 2, 3, вероятно, развивается 4, то она может как-то глубоко скорректировать этот импульс. Но это еще не все. Скорее всего, после этого еще мы увидим движение вниз, а может быть и не одно. Потому что на дневном графике, видите, вот оно, усиление и нарастание движущей силы, моментума вниз. Видно очень хорошо. Британский фунт. На дневном графике импульс завершился, развивается как минимум коррекционная волна. А если будем наблюдать, ну, надо сказать, что я здесь опять поменял разметку. Связано это с тем, что все-таки я переоценил это движение и дал ему другую оценку совершенно, то есть прежнюю, которой я придерживался до этого. Потому что если вы вот этот импульс будете наблюдать, то в нем как раз-таки видно все три движения вот этих вот. Эти три движения, они и являются первой волной. Второй, третий, четвертый и пятый. Это, скорее всего, волна А только здесь завершилась. Потом была коррекция, просто если вот 3 часа открыть, вот, видно очень хорошо. И вот отсюда идет снова 3 вот таких как бы движения, да? 1, 2, 3, 4 и 5. В третьей волне как раз максимальная движущая сила. То есть, если мы говорим о том, что вот это у нас импульс. Давайте пока сделаем так. Я пока это под вопросом оставлю. Пока под вопросом оставлю 3. Соответственно, где там у нас 4 и, вероятно, 5. Все это будет С. Вот. То в этом случае мы должны вот в этот импульс заглянуть, что в нем происходит. И в последнее движение этого импульса. Сейчас так и сделаем. Вот зайдем сюда и вот так откроем. И вы увидите, что где-то примерно на часовом, тире там на 30-минутном графике, ну вот на часовом, что мы видим, 109 баров. Видим, прекрасно видно первую, вторую. Это первая в третьей, вторая в третьей, третья в третьей, четвертая в третьей и пятая в третьей. Дальше четвертая всего импульса, то есть 1, 2, 3, 4 и вот 5. Вот так вот. Это движение все сложилось в полноценный пятиволновой импульс. После чего вчера мы увидели начало нового импульса вверх, который, соответственно, в котором, на мой взгляд, четвертая волна и пятая формируются, и формируется новое восходящее движение. Но не нужно думать, что это новый импульс вверх, который там на дневном графике может обновить максимум. Нет. Пока я буду говорить о том, что это коррекция, как минимум, развивается вот этого движения всего, которое началось от максимума 15 июля, вот отсюда, вот, то есть А, Б и С. То есть, если, соответственно, будет какая-то остановка вот в пределах вот этого минимума, вот где-то вот здесь, то, вероятно, это А, Б, С превратится в 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так. То есть полноценный импульс.
Поэтому пока все это под вопросом. Пока видим, точнее говорим то, что видим по факту. Вот. А по факту вот на 30 минутах формируется импульс. То есть, если он сегодня максимум зацепит вот этот вот вчерашний, то совершенно точно это будет пятая волна. Потому что внутри этого движения, если мы его в масштабе откроем, там еще только третья завершилась. Вот первая, вторая, третья, четвертая, а пятой волны тут нет. Хоть как, открывайте, вот, вот так берите 106 баров. Это все только третья волна. Вот все подробности третьей волны здесь и видно. Вот в этом последнем небольшом импульсе на 30-минутном графике. Вот, она этот максимум не обновила. То есть вполне вероятно, и причем обратите внимание, куда произошло вот это падение. Она упала вот сюда вот, вот на эту вершину. Если вот это в масштабе откроете, давайте я это сделаю. И мы там с вами увидим полноценное движение, полноценный импульс. Вот он, от минимума начался. Вот нам первая, вторая, третья, четвертая и пятая волна. Вот он здесь завершился. Уходим на 30 минут, видно где, да? Вот он фрактал. Это первое движение, которое пересекает линии баланса. На 30-минутном графике означает, что здесь первая волна в этом импульсе. Потом падение идет, в котором два движения было всего лишь, и новый импульс. То есть, если он сегодня максимум этот зацепит, то может дать коррекцию. Поэтому здесь осторожно нужно быть. Ну, посмотрим, увидим, что будет. Так, швейцарский франк. 1, 2, вероятно, третья волна здесь развивается, в которой пока два движения. И, соответственно, так как вот этот максимум пробит вот здесь вот очень сильно, я не могу сказать, что это 1, 2 и... А вот так вот 1, 2, соответственно, 3, 4 и 5 никак не может быть, поэтому я маркирую пока вот так, 1, 2 и 3. А дальше рассматриваю, посмотрим, во что это сложится на дневном графике, но на 8 часах совершенно точно видно, сейчас вот я лишнее уберу, что здесь один импульс сформировался, вот он, вот он. А это уже новое движение. То есть это никак не может быть 1, 2, 3, 4 и 5. Потому что если вот это открыть в масштабе, вот до сюда, до максимума 6 августа, то здесь вот 157 баров, ну где-то часов 5 надо взять, потому что значит, на 6 часах барах уже много. Здесь будет переворот через 0. Значит, это импульс, это коррекция, а это новый импульс вверх, в котором... внутри которого, соответственно, один импульс, коррекция и новый импульс. Вероятнее всего, так вот, так оно и есть. Ну да, потому что это не может быть пятой волной в этом движении, так как здесь АО максимальное. То, скорее всего, новый импульс развивается. Его можно посмотреть более подробно. Вот. Ну, возможно, какая-то коррекция здесь еще будет поглубже. Хотя вот так баров мало. Так баров мало. Я бы сказал, что это уже полноценный импульс. Но бывает и такое. Надо просто внимательно его изучить, что вот здесь происходило. Внутри вот этого движения. Ну да. Вероятнее всего, это только третья волна, четвертая и пятая. Иногда бывает, что не будет дивергенции между третьей и пятой волной. То есть это какой-то новый импульс вверх, очень вероятно, который может дать коррекцию и развиться новое движение. Поэтому я его пока вот так промаркирую. 1, 2, 3, 4 и 5. Пока это будет под вопросом. Пока будет под вопросом. Идем дальше. Идем дальше. Австралийский доллар. Дневной график, формируется коррекционное движение, которое, вероятнее всего, еще не завершилось. После того, как сформировался импульс вверх. Открываем примерно часов 6. Считаю, что это А, Б и С.
То есть, вероятно, здесь какое-то новое движение произошло, потому что это импульс, это коррекция. Ну, несмотря на то, что она немного там обновила минимум, но это незначительно. Поэтому я на это даже внимания не буду обращать. И здесь вот новое, в новом движении, вот от минимума до максимума на 6-часовом графике или там на 4-часовом, здесь полноценный импульс, и видно четко коррекцию, то есть А, Б и С. То, что развивается на 30-минутном таймфрейме, ну вот это коррекционное движение, то есть вот он импульс, вот коррекция, то есть что это такое, пока маркировать это не буду, а что-то может быть 1, там 2, вероятно 3, но в последний импульс он завершился. То есть в нем, то есть если мы говорим, что это... Если мы говорим, что это А, Б и С, то С состоит из 5 волн. И ее структуру видно хорошо, даже не открывая в масштабе. То есть, тут 1, 2, 3, 4 и 5. Движение здесь завершилось. Если мы вот сюда зайдем, здесь уже есть один полноценный импульс вверх. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Его надо открыть на 2-минутном графике. Здесь будет почти 100 баров. Вот было первое движение. Коррекция к линии баланса. Структура вот этого импульса тоже видна четко. 1, 2, 3, 4, 5. Четвертое и пятое. То есть это полноценный импульс вверх. А как вы помните, один он вверх не бывает. То есть как минимум будет еще один. То есть вот этот фрактал означает, что внутри импульс завершился. И означает то, что очень вероятно, что разовьется новое восходящее движение. В таких случаях я просто ставлю ордер вот сюда и жду, при условии, что здесь полноценный импульс есть. Ну вот давайте посмотрим, что будет. Японская иена. На дневном графике, вероятно, 1, 2, 3, 4. Такая затяжная была сложная коррекция. В четвертой волне она завершилась, вероятно, развивается пятая, которая сориентирована к максимуму этого года. Внутри этого импульса, начавшегося от 10 июля, вероятно, 1, 2, 3, 4 и 5, бывает такое, что в пятой волне не будет дивергенции с третьей волной, но внутри уже вот этого движения от 8 августа очень хорошо видно 1, 2, 3, 4, вот первая дивергенция, это внутри третьей волны, их даже две здесь. Это первая, это вторая. Структура третьей волны вот этой вот тоже видно очень хорошо. 1, 2, 3, 4 и 5. АО в этом случае является помощником больше. И четвертая волна всего импульса развивается здесь. Вполне вероятно, что она может как-то глубоко скорректировать последний импульс, вот этот, начавшийся от 15 августа. И потом очень вероятно, что возобновится восходящее движение. Канадский доллар вчера мы снова увидели обновление максимумов. Вот этих вот. Так, ну вот, чего и следовало ожидать. Опять же, я придерживаюсь вот 6-часового графика, на котором... Здесь мы видим 150 баров, надо взять 8 часов, потому что здесь уже баров будет много. И здесь видно 112 баров. И кроме этого видно, что в последнем движении вчера был последний импульс вверх. Вот если мы его сейчас откроем где-нибудь в часах на двух, то мы это увидим. То есть вот от минимума 15 августа началось новое восходящее движение. Вот он первый импульс, коррекция, второй импульс, и структура его тоже видна очень хорошо. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот четвертая волна, она практически сюда подошла, и пятая. Вот если внутри, вот здесь движение закончилось, а оно еще не закончилось. Но надо сказать, надо предупредить точнее вас о том, что внутри можно не увидеть завершение импульса. И никакой дивергенции здесь не будет. Цена развернется и пойдет вниз. Вот поэтому в таких случаях я просто
делаю так. Я жду импульс в противоположном направлении. Если я этот импульс вижу, я ставлю просто сюда отложенный ордер и жду. А здесь пока еще импульса нет. Как минимум, он еще не завершился. То есть в нем только пятая волна формируется вот в этом движении. Потому что вот это все, это структура третьей волны внутри этого движения, то есть внутри этого импульса. И вот это формируется пятая волна. Вот в этом импульсе, на трехминутном там или на пятиминутном графике, как хотите смотреть. Поэтому я бы подождал здесь с продажами и, соответственно, понаблюдал бы за тем, что будет происходить. То есть мы говорим именно о внутридневной торговле. Ну а так, на 8-часовом графике, здесь очень вероятно, что только третья волна завершилась. Потому что в ней вот эта структура именно третьей волны, и вполне вероятно, что может быть еще коррекция и еще импульс вверх. Добрались до золота. Ну вот, по золоту я все-таки предполагаю, что это коррекция, которая здесь затянулась, она состоит из импульсов А, Б и С. А в последнем импульсе, который мы возьмем от максимума 8 августа, вот он, где-то 2 часа примерно надо взять, чтобы это увидеть, 144 бара, этот импульс еще не закончился, то есть это только четвертая волна в нем. Цепь всегда состоит из 5 волн, поэтому торопиться не нужно. И скорее всего, это только коррекция третьей волны, то есть и вот она, первая, вторая, третья. И внутри третьей волны тоже видна структура очень хорошо, если ее открыть на часовике. Вот она. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Она закончилась. Это четвертая волна всего импульса, вот этого, развивается. Поэтому осторожно, если там рассматривать возможности для среднесрочных покупок или долгосрочных покупок по золоту, то надо дождаться завершения вот этой вот коррекции. Потому что здесь точно был импульс. Он один вверх не бывает. Как минимум будет еще один. Но последнее движение коррекционное, на мой взгляд, еще не закончилось. То есть я бы ждал здесь еще пятую волну, и потом только возможности для покупок. Когда это случится, сказать сложно. Может, на этой неделе, может, на следующей. Какие есть вопросы? Я жду вопросы в чат. Есть 7 минут времени. Я могу на какие-то ваши вопросы ответить. Какому таймфрейму соответствует 20-тиковый объем? И еще таймфрейму М1 какой тиковый объем соответствует? Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я не знаю на него ответа. Честно скажу. Я такими понятиями просто не оперирую и не пользуюсь. Где вы это взяли? Для меня остается загадкой. Новозеландский доллар и серебро. Так, давайте помедленнее, потому что времени осталось 4 минуты, а вопросов появилось сразу столько много. По золоту был вопрос. Волна С не в нисходящей тенденции, а в коррекции, я же показал. По золоту. Сейчас, минутку, я вернусь. Вот импульс. А вот коррекция А, Б и С. Вот волна С вот в этой коррекции, вот отсюда, вот она, А, Б и С, вот это С, она состоит из, должна состоять из 5 волн. Скорее всего, в ней вот эта четвертая волна развивается. И может быть там С внутри четвертой волны еще. Потому что все вот это вот пока я считаю как волну С. Но ожидал бы я еще здесь еще, я бы ожидал здесь еще движение вниз. Ну, я спорить не буду, как бы посмотрим. Время покажет. Да, совершенно верно, Павел. Я именно про это и говорю. Новозеландский доллар. Завершился импульс, коррекция. Развивается новый импульс вниз. Вот отсюда. От максимума 14 августа. Вот. Внутри движения. 2 часа открываем.
почти 100 баров. 100, да не 100. 94. Вот. Является ли это вопрос? Является ли это полноценным пятиволновым импульсом? Ответ вот он. Первая, вторая. Внутри третьей волны все три движения видно. 1, 2, 3, 4, 5. Четвертая, пятая. Внутри пятой волны все три движения тоже видно. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим внутрь, вот сюда вот. Открываем примерно на 30-минутном графике, на 20-минутном, чтобы здесь было вот так вот, 102 бара. Вот. Она максимальная движущая сила в третьей волне, переворот через ноль в четвертой, дивергенция между третьей и пятой. А идем обратно и говорим, что это полноценный пятиволновой импульс в новом движении вниз. Потому что если вот так вот посмотреть, хотя он дает тут дивергенцию. А если он закончился, а тому подтверждением может быть, во-первых, его структура, во-вторых, начало нового импульса, появление нового импульса вверх. То есть, если мы его открываем вот так, видно вот этот фрактал. И смотрим, что здесь внутри происходит. А внутри вот что происходит. 76 баров, это мало. 94. Вот. А внутри происходит следующее. То, что вот здесь формируется пятая волна только в этом импульсе. То есть, это импульс еще не завершенный, то есть, не сформированный до конца. Где вы это вычитали у Вильямса? У Вильямса надо читать то, что написано о психологии. Вот. Вы не то читаете. Открывайте первые 7 глав и читайте первые 7 глав. Вы занимаетесь техническими моментами различными. Это не самое главное в этих книгах, поверьте мне. Вот. Евро к австралийскому доллару. Ну вот с новозеландцем разобрались. То есть если здесь импульс вверх сформируется, то скорее всего будет еще один. И вероятнее всего здесь разовьется коррекционное движение. То есть если вот на 4 часах вы увидите завершение за пределами линии баланса, то вполне вероятно, что еще будет движение вниз. Разберемся с Вильямсом. Это не так важно. Весь тиковый объем у вас приходит вот в этот индикатор и формируется в этом индикаторе уже. Зачем вам искать какие-то 20, средний 20-тиковый объем в качестве единицы временного периода? В качестве единицы временного периода берется тот период, где видно импульс в таком масштабе, чтобы было 100-140 баров. Все, вопрос закрыт. Так, что там еще было? Евро-австралиец. Евро-австралиец. Вот он. Так, дневной график. Дневной график берем. И видим, что здесь мы обновили минимум. Так. Так. Находим максимум, смотрим, видим 150 баров. Ну, похоже, это в этом движении, еще в этом движении не завершилась третья волна. Вот, потому что если вот отсюда вы будете смотреть, вот от этого максимума 12 марта 2014 года, то, соответственно, очень вероятно, что здесь... А, мы еще вот этот импульс с вами смотрели. Давайте 12 часов открывать. Ага, вот она первая дивергенция была вот в этом импульсе. 169 баров. Вот она была первая дивергенция. Значит, вот это была четвертая волна. Это, вероятнее всего, пятое. Вот в этом импульсе 29 апреля 2014 года, который начался по евро-австралийцу. Заходим. Значит, это был не импульс, а два импульса А, Б и С.
Здесь только четвертая волна закончилась. Это пятая. Вот. Смотрим внутри, что происходит. Примерно надо открыть часа два. А внутри никакого завершения нет. Здесь только третья волна закончилась. Поэтому я бы ожидал еще коррекцию и еще движение вниз. Потому что вот у нас структура идет. 1, 2. А внутри третьей волны 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так. Да? Это внутри третьей волны. Вот они, три этих движения. Видно их очень хорошо. И это означает, что, скорее всего, может произойти коррекционное движение здесь и еще сформироваться один импульс вниз. Открываем в масштабе, подбираем таймфрейм, а это не импульс, это два импульса. То есть вот одно движение, коррекция и второе движение. То есть вполне вероятно, что здесь может еще сформироваться один нисходящий импульс. Так, какие еще есть вопросы? Валерий, я понял, что вы говорите именно о первой книге «Торговый хаос». Я читал ее давно, и, честно сказать, про 20-тиковый объем я не припомню, что бы там было. Но надо понимать, что в итоге на основании этого был построен индикатор Market Facilitation Index, то есть индекс облегчения рынка. Это раз. А на основе индекса облегчения рынка был построен индикатор АО. Это два. И АО – это уже готовый продукт, фактически, который нам в нужном масштабе показывает, что происходит в импульсе. Вот и все. Поэтому, скажем так, там, да, там действительно в первой книге это есть. И там рассказывается непосредственно вот об этом. Но я вас прошу, уделите больше внимания именно психологии, потому что больше таких вот правильных книг, именно где бы говорилось о психологии трейдинга и о том, как работать со своим мышлением, нет. И просто не существует других книг, где, соответственно, настолько это было бы, этому глубоко было бы уделено внимание. Вот так. Поэтому я просто рекомендую вам именно на это внимание обратить. Потому что как только вы научитесь работать со своим мышлением, а это в торговле, это 90% успеха, а не технические, не технические приемы. Вы будете зарабатывать не с помощью технических приемов, а с помощью состояния вашего сознания, которое вы сможете контролировать и им управлять. Вот так. А на этом у меня на сегодня все. Если вопросов нет, я благодарю вас за внимание. Также можете написать мне на адрес электронной почты ikat@alpari.ru, тема письма для Александра. Увидимся завтра. До свидания.